город необходимо перепрофилировать. Вот. Сегодня сюда входят совершенно несвойственные, казалось бы, шахтерской территории производства. Ну и задача, конечно, создать здесь благоприятный инвестиционный климат. Условия есть. Здесь отличный транспортный узел, как железнодорожный, так и автоперевозки. То есть город сегодня обладает мощными ресурсами. Я имею в виду рынок труда. Мы сейчас занимаемся мощным строительством. В том году получили 1 миллиард на строительство нового жилья взамен ветхого. В этом году 910 миллионов. Это деньги из бюджета России. Город Новошахтинск является лидером по строительству нового жилья, как одноэтажного, так и многоэтажного. Есть у города перспективы, и надеюсь, что консолидированными усилиями мы обязательно оживим. Даже там, где надежд нет, казалось бы, но оживим экономику города с тем, чтобы он все больше уходил от дотационности и зарабатывал на свою жизнь сам. Такова цель. Хотелось бы верить, чтобы город Новошахтинск был в лидерах среди городов, шахтерских городов российского Донбасса.